Ребята, всем привет! Сегодня мы с Бучем. Сейчас я покажу вам. А вот и Буч. Мы где-то уже час идем по такой лесной грунтовой дороге. Видите, Буч какой активный. Он всегда впереди бежит, далеко убегает. А потом в конце видео я покажу, какой он в конце. Сейчас бегает, резвится, все нюхает, все ему интересно с утра. Энергии много. Так, расскажу, куда мы сегодня идем. Идем мы вот по такой грунтовой дороге, вы как видите. У меня легковой автомобиль. По такой дороге я не проеду. А комбмобиль я еще не приобрел. Так, знакомый комрад дал точку. Точка далеко. От трассы нам идти километров 5. Точка хорошая, сказали. Находки будут по Кавказской войне. А где Кавказская война, там и находки будут по черкесам. Сейчас будет небольшой спойлер. Да, мы уже час идем где-то. Я уже вспотел. Буч весь уже замотался. Но что не сделаешь ради находок, эмоций, адреналина. Ну все, ребята, встретимся уже на точке. Ребята, мы пришли. Мы пришли на точку. Жарко, блин. Сейчас где-то градусов 20, но очень жарко. На точку я пришел. Вот сколько, метров 20 прошел, сигналов не было. И вот первый сигнал у меня. Ну, ямок пока не вижу. Хотя и на точке, которую мне дали. Ну, может, примерно дали. Ям пока не вижу. Так, смотрим, что я нашел. Так, смотрим, что я нашел, ребята. Это накладочка от ремня черкесы. Черкесы. Сейчас помою, почищу. Они любили все серебряное, либо посеребренное. Так, чищу, ждем. Первая находочка. Смотрите, вот лицевая часть накладки, она, смотрите, ну это сделана из бронзы, а задняя часть, видите, посеребренная. Как-то все странно. Но все равно приятно, отличная находка. Так, сейчас покажу товарища голодного по жизни. Вот он. Листочки, травку, это мы любим. Ребята, я повстречал первую черепаху в этом году. Она, видно, недавно вылезла, притаилась. Сейчас посмотрим реакцию Буча. Вот она, черепаха. Че не пугаешь, Буч? Буч, смотри, иди, черепаха, Буч. Черепаха, Буч. Кто это, Буч? Кто это? Кто это? Иди понюхай. Интересная реакция. Да, недавно вылез, видите. У него перец в земле. Греется на солнышке. Так, Буч, твоя реакция какая? А что такое? А? Буч, кто это? Кто это будет?
Кто это? Кто это? Кто это? Да, черепаха будь. Ну, какая реакция у тебя будет? В прошлый раз он гавкал на нее. Клещи по бучу лазят, вижу. Я уже штук 20 уже снял с него. Ой, а боится, ой. Ой-ой-ой. Буч, ты чё? Да. Кто это, Буч? Кто это? Ладно, пошли, Буч, не будем мешать. Давай, не будем мешать, пусть просыпается, греется. Погода шикарная, будь доволен. Хорошо, вот сегодня не жарко, не холодно, такая погода какая-то. Так, ну вроде я на точке. Вот, кованые гвозди пошли. Но ямок не вижу почему-то. На точке ямок не вижу. Какой-то здесь рисуночек сверху интересный. Так. Все, продолжаем здесь кружить на этом месте. Но точка почему-то в стороне, где-то метров 300-400. Но я до сюда дошел. Так, вот такой лес какой-то непонятный. Буч, отстань от черепахи, отстань от нее, да. Он уже раза три к ней бегал, гавкал. Этот монстр бегает. Как заведенный, не знаю. Наверное, не заведенный, он возбужденный какой-то он. Бегает. Так, у меня сигнал. Сигналов много, но все современные, высокие, то есть неглубокие. Поймал сигнал. Так, как показать, вот он. Вот что-то виднеется, металлическое. Глубокий сигнал, метров 10. А до этого все сигналы были неглубокие. Сейчас достанем, посмотрим, что это интересно. Весна на тебя так 10, что ли, будь. Видите, какая крупная пряжка. Это получается мама. Надо вторую часть искать. Папа продевалась в эту штуку. И получалась пряжка огромная. Мой, ребята. Мой, чищу, блин, саму интересно. Вот это да. И она еще целая. Прикольно. Не ожидал найти такую вещь. Так, чищу. Должны быть узоры красивые. О, солнышко. На солнышке покажу. Вот так вот. Вот такая часть пряжки. Блин, потерял где-то зубную щетку. Так, помыл. Вот такой вот зацеп, видите, как согнуто, первый раз встречаю. Обычно здесь ровно. Так, небольшое посеребрение. Два ушка сзади целые. Сейчас в этой ямке поищу вторую часть. Как-то сигнал вроде идет. Видите, крупная пряжечка, классная. Зачет, лайк, ребята. Сейчас поищем вторую часть. Вот ямка. Да, современные сигналы все наверху лежат там. Осколки от снарядов. Поиски от снарядов. А что-то древнее, черкесское, все глубоко. Так можно примерно определять. Так, у меня застежка, часть застежки. Это так называемый папа. Так, два ушка целых. Это папа. Вторая часть, как вы знаете, была мама. Давайте почистим. Приятная находка. Так, ждем. Так, вот такая часть застежки. Целая. Два ушка целых.
Отличная, приятная находочка. Так, товарищ бегает. Я его обработал от клещей. Осматриваю иногда, посмотрю, хочу ее, прикрепляются клещи или нет. Так, у нас уже весна вовсю, цветочки цветут. Вот такие вот красивые. Все, продолжаем. У меня в этой ямке, рядом вот с деревцем, ребята, картечь. Вот она, картечь. Картечь Кавказская война. Монстр бегает туда-сюда. Буч. Что такое, ты сегодня в натуре возбужденный какой-то, Буч? А? Буч. Бегаешь. Так, у меня картечь Кавказская война. Это пушечная картечь. Меня некоторые спрашивают. Брали несколько картечин, не знаю, там, может, штук 15-20, завязывали. Свинцовая оболочка была, либо материал, оболочка была. Засовывали в пушку и стреляли, вот, и она разлеталась. Вот такая картечь. Продолжаем. Так, у меня в этой ямке. Так, вот она. Какая-то накладочка мелкая. Давайте почищу и посмотрим. А, я зубную щетку нашел свою. Накладочка. Это буч. Не знаю, серьезно, какой-то он возбужденный сегодня. Бегает. Никак не умается, никак не успокоится. Какая-то бронзовая украшалка. Видите, здесь... Два зацепа, наверное, на ремне. Ремень пробивался и загибались. Вот такая украшалочка бронзовая. Если ее сейчас натереть, она будет как золотая блестеть. Вот такая штучка. Сигнал был тоненький. Выкопал ямку, сигнал пропал. Но дальше продолжал копать и выкопал. У меня так бывает на Прохоре. Сигнал видит, а немножко выкапываешь, потом уже не видит. Надо копать тогда дальше, глубже. Да, Буч, я за тобой слежу, да, слежу за тобой. Отходи, мешаешь тут, отходи. Так, ребята, в этой ямке монетос. Вот, сейчас покажу. Монетка. Не знаю, что это такое. О, николаевский формат монета. Да, обалдеть, ребята, вот это да. Да, монетка. Николаевский формат. 3 копейки по размеру. Мою, чищу, ребята. Смотрите, какая она вот замызганная. Да, 3 копейки. Вот, не глубоко. Вообще не глубоко было. Буч. У меня монетка. На, посмотри монетку, понюхай. Понюхай и такое же ищи. Ищи такое. Да, вот такое вот. Мою ждем. Так, ребята, 3 копейки, 1903 год. Да, это монета Николая II. Лицевая часть вроде хорошая. Сзади подзатерта. Вообще обалдеть. Не ожидал в таком месте найти монету Николаевскую. Я же говорю, у нас тут советы в редкость.
Николаевский монет вообще, можно сказать. Да, 3 копеечки, прикольно. Неожиданно прям вот. А, не, 1908 год. Лежит тут кто-то рядом со мной. Устал, что ли? Балуется, да, он балованный какой-то весь. Балованный. Разбаловался он. Так, не, классно, классно, ребята. Идем дальше. Так, вот такой лес покажу. Погода, то солнце, то тучки небольшие. Ну, сегодня обещали целый день хорошую погоду. Так, на этом ауле все сигналы глубокие. Вот, наперсток. Не чистил. Глубокие сигналы. Надо как-то пониже, аккуратно, не спеша походить. Сигналы есть, но вначале какие-то спорные я пропускал. Сейчас понимаю, надо копать наперсточек. Товарищ от меня не отстает. О, клещ. Вот они, клещи. Много уже с него снял. Ладно, продолжаем. Слышите, как тихо. Ветра нету. Птички поют. О, монстр что-то ко мне пришел. Так, у меня находочка, ребята. Не смотрел еще. Вместе посмотрим сейчас. Так, какая-то пряжка. Какая-то пряжечка. Сигнал был как гильза. Так, сейчас почищу. Так. Там кто-то что-то ищет. Буч. Как сегодня? Отлично копается. Так, чищу, ждем. Так, обычная пряжка. Пряжка, уже заговариваешь. Пряжка. Бронза, язычок железный сейчас скоро отвалится. Пока ничего такого интересненького. Продолжаем мы. Цветочки цветут, птички поют. Так, погода классная, тепло. Ребята, смотрите, у нас 5 апреля. Смотрите, какая красота. Первый пион попался. Гляньте, расцвел. И он так сильно расцвел. Обалденно. Пионы занесены в Красную книгу. Как редкий вид. Ну, красота какая. Так. Вот уже кто-то устает у меня. Уже все. Уже устал. Будь нам еще обратно идти километров 5. Так, сейчас покажу, где сегодня копали мы. Вот такие красоты. Вот вдалеке открытое море черное. Такие сосны, красоты. Мы уже возвращаемся.